кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион России по панкратионе в 2012 году, город Омск. Победитель турнира «Байкальский шторм» 2012, победитель турнира «Золотой дракон» 2012, Анатолий Богдуев, город Иркутск. Давай! Вася!
Вася, дыши. Правый ног. Давай! Все хорошо, дыши, Вася. Он не умеет бороться, да. Вот, хорошо, повтори, Вася. Повтори, попадаешь потихонечку. Исход боя может решиться в любую секунду. Давайте будем поддержим. Первый раунд ты выигрываешь. Итак, перерыв 2 минуты. Ну а мы вновь и вновь хотели бы поблагодарить наших постоянных и новых партнеров нашего турнира. Это компания «Тайга» Шахов Николай Александрович, российско-китайское культурное общество «Восток», лицей «Кон» Эдуард Александрович, гостиничный комплекс «Ангара», Островский Валерий Викторович, типография номер 1 «Правильный» Вячеслав Владимирович, дворец «Поста Труд» Соловьева Любовь Ивановна, Азия Трейд Мьюзик, Игнатик Алексей Юрьевич, Сан Бояш, Чемейдан Наталья Михайловна, Гастарбок номер 1, Лютиков Юрий Иннокентьевич, компания «Фильтр», Несгородных Сергей Борисович, Лесдорзапчасть, Галкин Владимир Геннадьевич, компания «Анит», Зелинский Геннадий Петрович, имение «Заречное», Перевозников Сергей Геннадьевич, компания «Исток», Хабушкиев Николай Павлович, сеть питания «Амрита», Жамбалдаржиев Тумен Цыдыпович, польский торговый дом «Синда» Игнаций Петрович, торговая фирма «Березка» Шульгин Вячеслав Геннадьевич, компания «Медисстрой» Полыгалов Владимир Викторович, компания «Рикер» Чижов Артем Анатольевич, «Карелия Моторс» Батаев Сергей Владимирович, «Палет Маркет» Саранчин Сергей Сергеевич, компания «Диметра» Ефимов Андрей Арнольдович, агентство недвижимости «Консультант» Панько Алексей Георгиевич, Иркутское казачье войско Союза казаков России Леонтьев Александр Борисович, группа компаний «Меридиан» Полетов Руслан Анатольевич, Михаил Байкалов «Фром», Фромов Сергей Геннадьевич. Осталось 15 секунд. Время. Встречай, 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 встречай. Открыть ноги.
Спортсмены устали, но мы-то и устали, друзья. Какая работа, как? Там урон нет. Ближе к нему, вот-вот, ближе. Кимуру, вот, Кимуру, засовывай туда. Руку берет, руку. Аккуратно, Вась. Вот, все. Бей тоже, бей сам. Вот-вот, хорошо. Руки на него положи на корпус. Вот хорошо. Вот, все. Оторвись, бей.